Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня я вам покажу три образа на осень. У нас становится прохладно, и мне нравится, что приходится доставать теплые вещи, кутаться, согреваться. И первое, что я вам покажу, это короткое пальто терракотового цвета, которое мне очень нравится своим осенним оттенком, оттенки листопада. Но мне такой цвет не идет. То есть это не моя масть. И чтобы выйти из этой ситуации, я подобрала вот такой вот платок Павлово-Посадский, который содержит в себе серые краски и рыжие краски. За счет того, что он содержится в рыжие краски, это подошло к пальто. А за счет того, что содержится серые краски, это подходит всем сероглазым девушкам, таким как я, которым рыжий цвет не очень идет. Получается, что я из платка сделала такой вот декор, как воротник. Вниз можно надеть водолазочку и вот в таком виде надеть. Получается неплохой декор. Лично я так люблю носить вещи. Вот, я подобрала платье-футляр серого цвета, молочные сапожки и терракотовую сумочку. И получается, что все остальное, серый, молочный и терракотовый цвет, они все содержатся в этом платочке. И все вместе это смотрится достаточно гармонично и интересно. Рыжая сумочка, молочные сапожки, серое платье, терракотовое рыжее пальто короткое. И такой вот Павлово-Посадский платок, который все в себе собирает, все эти краски. Вот. И украшает образ. Получается такой осенний яркий образ, который подойдет всем, любому цветотипу, за счет того, что здесь содержатся и холодные, и теплые оттенки. Это первый вот такой вот классический образ. Второй образ — это серо-зеленая кожаная куртка, которую я показывала в коллекции своих кожаных куртках. Вот. И такой оттенок очень сложный сочетать, достаточно непросто. Для того, чтобы он гармонично выглядел, такой оттенок, я его сочетала с черными брюками. Я нашла шарфик, который в себе сочетает такой же оттенок серо-зеленый, если вы видите. И этот шарфик, за счет того, что содержит такой же цвет, он подходит сюда. И этот шарфик содержит фиолетовый еще цвет. И поэтому я подобрала фиолетовую сумочку и фиолетовые ботильоны с черной кожей, которые подходят под брюки. Брюки в обтяжку. Получается вот такой вот гармоничный образ. Серо-зеленая курточка. Серо-зеленый шарф с фиолетовым. Черные брючки. Фиолетовые ботильоны с черным и фиолетовая сумочка. Вот так вот я придумываю сочетание к сложным оттенкам. Вот такая вот курточка. Так. И третий аутфит, самый веселый, самый красочный, это фуксия, оттенки пурпурного цвета. Полосатое пальто, очень приятное. На ощупь очень радостная и веселая. Пурпурный шарф. Джинсы. Пурпурные. Пурпурные ботильончики. И сумочку, которую я тоже часто ношу. Эту сумочку я ее очень люблю. А получается вот такой вот яркий образ. Фуксия пурпурный. Такое вот пальто. Только единственное, что я сюда не подобрала еще. Пояс. Здесь должен быть пояс. Такое вот пальто содержит все оттенки розового, малинового, пурпурного, фиолетового, оттенки фуксии. Пурпурный шарф, джинсы, ботильоны и сумочка. Я такие оттенки люблю, поэтому для поднятия настроения такой вот веселый-веселый
Образ. Так, ну если поискать вот так вот к этому пальто пояс, то, наверное, больше всего подойдет вот этот вот пояс. Вот этот пояс сюда неплохо подходит. И у этого пояса, то есть он такой безразмерный. У него отверстие по всей длине. Такая малиновая кожа. Вот такой вот веселый образ. Надеюсь, на этой веселой ноте с вами попрощаюсь. Пожелаю вам хорошей недели, замечательного настроения. Всего самого доброго. Пока-пока.